Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как редактировать карту в Google Maps. Для начала войдите в приложение My Maps, мои карты. Рядом с вашей картой нажмите на букву I. Далее, в верхней части экрана нажмите на три горизонтальные точки. Перед вами высветится окно «Изменить карту». Нажмите. Таким образом, вы можете изменить название и описание. После того, как вы закончите, не забудьте сохранить. Вот и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.